А мы лишаем из Свердловского онкоцентра сегодня подарили храбрость. Участницы конкурса «Миссис Екатеринбург» пришли в областную больницу, чтобы развлечь и ободрить больных малышей. Для юных пациентов мамы приготовили коробочки со счастьем. Туда мы ложим все, что может детям принести хоть каплю радости здесь, чтобы дети отвлекались от своих процедур, от тяжелых, от своего заболевания, приходили с процедурного кабинета, который является здесь самым страшным, и могли чем-то заняться, что их отвлечет. Такие коробки храбрости стоят во многих онкоотделениях. Так их называют, потому что в них лежат подарки детям за их стойкость и силу духа. Ведь день за днем храбро проходить все тяжелые процедуры и бороться с болезнью могут даже не все взрослые. Отвлечься от диагноза пациентам сегодня помогли и герои мультиков, которые пришли в гости вместе с конкурсантками. Мамы вручили детям мягкие игрушки, раскраски, пазлы и самодельные куклы-обереги.